нас на самом деле очень важно такого плана мероприятия, потому что это большая разница между салонной работой и работой бэкстейдж. Те прически, которые в салоне делаются час-полтора, здесь мастера могут сделать буквально за 10-15 минут. Это большой опыт, это очень интересно. Работая над этой коллекцией, мы были увлечены идеей мультипликационных героев-мутантов, как Черепашки-ниндзя или Токсический мститель. Они стали плавиться. Плавиться стало все вокруг: звук, видео, одежда, волосы, даже шляпы стали прозрачными. Что касается хейра, этот эффект текучести, жидкости, ну, эффект мокрых волос. Hair and makeup, you know, is just my my typical, you know, thinking outside the box scenario. The braid in the hair, in particular, is my affinity, my obsession with H.R. Giger. So as if there was a spine being ripped out of the skull of the ladies. So it's incorporated in like a soft ponytail. The Kievian team, they tried and they did a good job. I appreciated their efforts and they really worked hard on it and they did a great job. Thank you, Kiev. Here.